Пламен, привет из Паттайи, друзья! Вы на канале «Обыкновенная мечта». Сегодня с нами специально приглашенный гость, блогер. Какой блогер? Я таксист. Вообще. Таксист. Руководитель агентства «Свои» в Паттайе, официальное тайское агентство недвижимости, который любезно согласился... Нет, что не повазить. Да, блог ведет «Свои» в Паттайе. Нормально я тебя представила? Хорошо, да? Пожалуйста. Скажи, это номер карты у тебя есть. Переходите на канал, подписывайтесь, пожалуйста. Ставьте сначала лайки, букинг, да. Потом это я просто показала, как может быть. Ну, как можно, ну, да. Как я люблю, как я продаю, да? Да. Вот, посмотришь, сколько подписчиков прибавится. Слащаво так, неправдоподобно. Сегодня на работку поедем с нами. Давно не брали вас с собой на работу, вернее, он всегда берет, а я хожу и рядом, и молчу, слова не дает сказать, просто жаловаться сегодня буду. Ну, в смысле, в камеру, потому что когда две камеры рядом говорят, это плохо. А у меня давно мысли и запросы наших клиентов показать, что там с Пристин парком происходит, которые и мы выкупили в январе этого месяца, то есть квартиры в стройке. И наши клиенты, вы, подписчики наши, а мы не показываем стройку. Ты показывал стройку? Я, да. Вы смотрите его канал? Я периодически присылаю даже апдейты по стройке всем. Апдейты. Ну, и, вся информация, кстати, по новостройкам Паттайи. Мы именно смотрим, выбираем новые строящиеся проекты, в которых еще адекватос цены, в которых можно зайти на старте, в общем, посоветоваться с нами можно по этому поводу. Но где с ними познакомиться подробнее, я открыла закрытую нашу группу для агентов и клиентов свои в Паттайи проекты, потому что никакой сверхсекретной информации, в общем-то, нет. Я так посмотрела, думаю, а почему бы это все не видеть и людям, и будут именно там публиковать все интересные, да, проекты, которые сейчас в Паттайе. Там прайсы, шоурумы, вот все, чтобы вы могли увидеть, если бы с нами целыми днями путешествовали по жарчущей Паттайишке. Но сначала мы заедем в Копакабану. Неужели готовы? Я смотрю на готовность шоурумов каждый день, потому что вы знаете, как только будут готовы шоурумы, цена увеличится. Че-че-че? Тебе не нравится мой блог? Я не смотрю, господи, я не знаю, с кем мне ссылку я подключаться. Вообще кошмар какой-то. А ведь раньше мы вместе вели. Угу. Ладно, ладно. Ребята, поставьте мне вот лайков побольше. Нам, да, у нас соревнование, в общем-то, продолжается. У кого будет больше приход подписчиков, активность. Говорит, ты рассказываешь, как будто сказки. Какие сказки? Вот настоящий офис, настоящий вот этот противный человек, который даже не лицемерит, что он хорошо относится к моему каналу. Так, здесь история такая, чисто тайская. Надо разуться, чтобы пройти в красивый офис продаж. Саватика! Мы не просто так сейчас... Нужно показать клиенту именно квартирку, которую выбрали на макете, как она выглядит. Она у нас будет где-то здесь на 27 этаже. Планировку, потому что мы выбираем в бюджете до 4 миллионов бат. 3 800, одна из последних осталась по такой цене, по иностранной квоте, поэтому, скорее всего, будем бронировать. Мы просто подглянем чуть-чуть в прайс. Например, если вот в самом видовом, в самом дорогом блоке one bedroom, ну, например, yes. Здесь маленьких нет, но вот 38 квадратных метров стоит 5 307 бат, то
классный, очень хороший даже этаж в 27-м в блоке С в дальнем. Здесь мы нашли предложение на 27-м этаже за 3800. Сейчас мы делаем расчет по рассрочке. Все берут здесь в рассрочку в Копакабане при первоначальном износе 40%. Ну, а мы согласовываем для наших клиентов 30% первый взнос и дальнейшие 40% будут на 36 месяцев. Разделены равными порциями. Это беспроцентная рассрочка. Так, но это не самый как бы бюджетный вариант. Это самое бюджетное из лучшей стороны, из иностранной квоты. Есть еще тайская квота с другой стороны проекта. Ну, как бы такая она теневая. Сзади. В общем-то. И здесь есть варианты one bedroom от 3 100 000 бат, но имейте в виду, это тайская квота. Оформление ее через компанию тайскую, все мы помогаем делать, кстати говоря, небольшая проблема. Сделать тайскую компанию, приобрести на тайскую квоту, здесь только вопрос желания. Единственное, почему мы там немножко отговариваем у тех, у кого есть возможность купить не на тайскую квоту, так как будет дорожать все-таки больше иностранная квота последствия. Во-первых, подорожание уже чуть-чуть произошло в Копакабане на некоторые юниты, но оно еще не официальное. Официальное подорожание будет с открытием шоурумов вот-вот в мае месяце. Здесь у нас тайская квота. Вот так, как стоит башенка, такой у нас, так она и будет стоять вот прям здесь. Рядышком идет стройка, соответственно, вот эта сторона смотрит на туда, на Протамнак, север. Здесь балконы все видовые, если, конечно, мы не берем прям совсем первые, самые низкие. 27 этаж отличный, я считаю. Здесь самые дорогие квартиры находятся в блоке A, но они и больше и по площади на самом деле. Цена квадратного метра также отличается в большую сторону. Ой, покажу вам красоту. Красивая территория. Мы, конечно же, не доехали еще до места. Хочу вдохнуть все-таки сегодня стройку посмотреть. Приехали пока к Хонсу. Здесь в районе Протамнак, Бель-Клиф, находится наше российское консульство, где можно сделать переводы различных документов. Например, в школу, когда детки поступают, либо что-нибудь другое с ними делают, ну, именно с детьми, там, визы какие-нибудь. Нужен перевод, например, свидетельства о рождении, перевод справки об окончании школы, перевод аттестации. Вот все это делается здесь. И, вы знаете, делается достаточно недолго. В общем-то, никуда в банку ехать не надо, что очень удобно. Ой, посмотрим на эти балкончики с видом на море. Отель, конечно, классный, красивый отельчик. О, там какие-то столы, там всегда какие-то мероприятия проходят спортивные. И не только конференции. Хорошая территория, да? Замылился глаз у Григория. Нет, шикарно, шикарно. Вот этот отель мне нравится. Пусть он старый, пусть он какой-то. Даже дорога к нему такая элитная. Да, я, да? Когда парковка цветами вся увешана. Ну, он достаточно несколько корпусов. Он такой вот прям. Классно. Едем, Григорий обещает нам сказочные виды. Ну, я тебе обещаю, как минимум. Ну, слушай, тут очень красивое место, действительно. И опасное. Мчаться тут. Интерконтиненталь. Здесь тоже резорт.
такая достаточно популярная сеть отелей на уровне. Ай, цветочки. Красота нереальная. Ну посмотри, ну как это. Там франжипани, здесь вот эти вот красные. Камера вечно не передает, как мы въезжаем в море. Это мы уже на пирс сейчас спустимся. Ну да, туда, пирс. Классно. Да? Мне нравится эта дорога, очень красиво. Ой, тут надо оттуда остановиться никак нельзя, да? Ну, я не знаю, снять reels. Отлив такой. Давай сюда на мотоцикле приедем, на закат. Тут очень красиво постоять, кофе попить. Давай, договорились тогда. Слушайте, сейчас ветреный сезон начался, эти все парашютики тут летают. Или это скатеров, или это виндсерфинг? По-разному, я думаю. Ну, вот эти в основном скатеров. Самый знаменитый недострой Паттайи. Все, казалось бы, уже достроить, да? Но уже сколько? Смотри, сколько там уже стекла есть. Стеклов-то осталось. С какой-то смутной историей на пирсе Балихай. Мне кажется, дали бы под какое-нибудь социальное типа жилье, и было бы всем по кайфу. Ну, типа, что его тормозить? Если как бы здание нормальное, по закону. Ну, может быть. Ну, сейчас стоит вот такая недостроенная штука. Ну, блин. Ну, уже да, и рядом с буквами Паттайя прям не куртуазно. Да. Что-то надо придумать. Уже бы достроили, я не знаю, дали кому-нибудь, там, ну, каким-нибудь бедным семьям, там, хотя там же наверняка будет эта самая абонентская плата, которую они не вывезут. Ну, блин. Ну, ладно, мне могут отдать. Ладно, люди не горды. Отель бы какой-нибудь сделали, вообще бы классно. Приехали мы на пирс. А нам нужно обдусить. Да, я же тебе обещал просто прокатить. Ой, какие толпы. Господи, индусы вон тут. Все едут. Куда едут все с пирса Балихай? На Калан. На Калан. Целыми автобусами приводят. Сейчас максимально некомфортно ездить на острова, честно вам скажу. Жарища и отливы. И пока по этой жаре дочапаешь до моря, отливы прям сильные отливы. Прям идешь, и чтобы до глубины дойти, уже ты сгоришь весь. Конечно, лучше чуть-чуть переждать, я так думаю. Картинг здесь. Но у нас на самом деле поближе к дому открылся картинг на чем? На Тепразите, да? Новые. Рука не поднимается пока что приехать туда по жаришке покататься. Но через пару недель будет прохладнее, лето наступит, и поедем поразвлекать детей. Зато тут ребятам не жарко, нормально натянули сетку и занимаются под мостом. Молодцы. Едем на нашу строечку в Дусит. Мимо прекрасного комплекса. Как его тут называют? Забыла. Мальдивы, да, вот. Парк у них напротив хороший. Мы на строечку, да, должны были ехать? Да. Нет? Ну, сейчас вернусь, хорошо. Я просто забыл, я еду не на строечку. Ну, ладно, сейчас. Ну, там будет развилочка, на какую сторону пойдет. Это отсюда. Вон, где экран, видишь? Да, нет, отсюда мы видим парк Дусит второй. Здесь строят дорогу пока что. Ну и рядышком вот нам наша, кстати, строечка уже виднеется. Пристина. Уже построили дорогу, да? Там осталось буквально там, я не знаю, 2-3 плиты бросить. Вон, видишь, машина едет вон там, вот это как раз оттуда. Mm. Она проезжает. А вот что-то к Мальдивам они что-то тянут. Ну, дорога к Мальдивам. Ну, долго уже, я не знаю. Мне кажется, никто не пытается ее. Мне кажется, что может быть что-то здесь намечается. От Пристину сейчас я тебе покажу. Вот, смотри, уже дорога практически готова, и тут реально вот осталось, не знаю, метров 20, наверное, может, даже меньше.
О, реально проложили уже участок, да. Хороший. Тут вот осталось-то буквально. Она его залила. Вот это место соединить. Я так понимаю, они ждут, потому что здесь, наверное, будет какая-то дренажная штука. Тут вот, ну, они же рыли ямы. Закопали туда вот эту вот клетку здоровую. Поэтому, ох, пока вот так. Мы почти на месте, здесь образовывается инфраструктура. Реально, слушай. Потихоньку, потихоньку, то знаете, сначала, пока стройка не шла, здесь не было ничего, кроме этих прекрасных лодок. Я думаю, что их тут не будет. О, а что столько машин? А что столько машин? Шоурум, что ли, открыли? Нет, конечно. Ну, слушай, смотри, вода кипит. Шоурум почти готов, ребята. Здесь у нас... картинки, то, что будет у нас в Пристин парке, в нашем. Я напомню, мы здесь взяли в рассрочку, используя такую возможность, две двухкомнатных квартиры, объединили такие студию и one bedroom, пользуясь такой возможностью на первом этапе строительства, и у нас получились две двушечки. Для чего мы и две взяли? Ну, чтобы одну продать. Чтобы одну продать. Мы взяли на самом старте. Сейчас пока не на все объекты поднялась цена, но мы ждем открытия шоурума, и будет уже первое официальное поднятие по плану застройщика. Вот. Мы действительно будем переуступку делать уже позже. Для тех людей очень такая популярная тема, кто боится входить на самом старте, когда непонятно, там фундамент, не фундамент. В общем-то, будем переуступку делать, когда объект будет почти готов, возможно, через год. Даже попробуем, здесь будет классная инфраструктура, уже гораздо больше инфраструктуры, чем в Дуситке, в Дусит Парк 2. Уже детская комната, уже зона общая игр, даже гольф-симулятор есть. При этом цена, знаете, здесь, конечно, сейчас классная. На рынке отличается тем, что она доступная. Смотри, вот эту штуку. Ну, то есть, которая будет основное, ну, лобби, скажем так, да, тут будет там юристика и так далее. Вот она. Сейчас ее уже почти достроили. То есть, она уже как бы достроена, в смысле, там только вот отделочка. Вот я приехала, видите? И вот здесь же сейчас будет открыт шоу-рум, буквально скоро. И он будет перенесен, соответственно, сюда. Вот. Ну и все, и дальше вот будут строиться остальные корпуса, причем... это будет происходить, знаете как, не то чтобы там один сдали, следующий, они все параллельно строятся. То есть комплекс будет сдаваться, когда уже все будет готово. То есть при покупке здесь квартиры не нужно будет жить на стройке и ждать, пока там закончится строительство других домов. Вот. И в 27-м году уже все будет закончено. Ну, конец 26-го, начало 27-го, да. То есть уже... Пойдем посмотрим. Мне знаете, что нравится до сидя? Что в отличие от всех пресейлов, которые сейчас, большинство пресейлов сейчас как бы собирают деньги, а строительство начнется через год, через полтора года, у кого какие анонсы. Мы этой информацией владеем. Здесь же идет пресейл и начало стройки одновременно. Причем как начало? Такое стремительное начало. Здесь вот шоурумчики готовят, здесь уже первый блок A, и видите, тут A, B, C у нас в блоке в каком? В D мы взяли? Посерединке будет вид, который не на бассейн. Смотрите, какая здесь растительность классная. Там лесополоса, такие огромные деревья, их вряд ли трону. Ты плитку зачем ломаешь? Короче говоря, строительство идет полным ходом. Там роют бассейны, уже устанавливают. У каждого блока свой бассейн. В общем, все прекрасно, замечательно. Ждем, ждем, когда мы сюда придем в шоурумчики.
А эта дорога тоже, она уже будет, это не общая дорога какая-то, это дорога именно уже на территории Конда, по которой мы будем продвигаться, ну, каждый в свой блок. Потому что у каждого свой подземный паркинг, у каждого свой бассейн, у каждого из 6 корпусов будет свой спортзал, и у каждого из 6 корпусов будет своя инфраструктура на крыше. Очень удобно. Ну так, чисто заглянем, пока на нас никто не ругается. Бассейны, вот. Правильно? Слушай, ну, я думаю, что нет, наверное, это все-таки парковка. Парковка? Это парковочная, наверное. Ну, я, честно говоря, не могу точно сказать, что конкретно они делают. Вот. Но здесь нам что важно понять? Важно понять, что работы ведутся на всем участке стройки. То есть там и там, и там все корпуса делаются параллельно. Мне кажется, все смотрят на объем проданных квартир, но почему все? Да. А вы поняли, что это мы начали их больше всего просто в одном месте и создали вот эту вот штуку? Вы начали, все. Я тоже так думаю. Все такие приходят, такие, почему здесь все покупают? Дай-ка я тоже здесь возьму. Мне лично ей нравится, потому что там немножко тренажерный зал, хамам, сауна, и вы можете спокойно отдохнуть. Так все будут в цехе. Полностью целый... Это хорошая версия. Хорошая, рабочая. Берем. Что, два бедрума еще остались? Немножко, да? Немножко есть. Это у нас вид на бассейн, ну, типа дороже, да? Ну-ка, стандартно есть. Комбайн, да, я посмотрю. Комбайн, еще, да, еще доступны комбайн квартиры. Еще доступно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть квартир комбайн. Это 60 квадратов нашей планировки. Да. Там макет проекта, вот с въезда, где мы находились. Нет, мы находились вот здесь. Вы видели настройки A, B, C. Мы взяли вот здесь блоки D. Очень многие здесь поберут ФЦ, где будет максимальная инфраструктура. И как правильно Милош заметил, что здесь будет потише всего. Я вам покажу пока студию, как она выглядит. Кстати, здесь, несмотря на то, что студии, минимальная цена от 1 700 000, ну, правда, не такая, еще поменьше, 22 метра, это 25. От 1 700 000, тем не менее, она сдается вся вот с мебелью и даже со шторами. Сейчас это мало кто предлагает. Телек, стиральная машинка здесь, уже все-все-все будет также входить. Не будет вина, не будет постельного белья. Холодильник будет. Санузел. Ну, согласитесь, что для студии 25 метров она очень неплоха. А это one bedroom. Стандартной планировки 34 квадратных метра. Были еще 43 квадратных метра, но их очень быстренько все разобрали. Здесь также все как бы компактно, конечно, спальня, но все необходимое есть. При этом есть место, где просто посидеть. Столик на четверых, кухня утоплена и балконы. Балконы, кстати, достаточно хорошие, широкие. Такие ванбедрумы от 2 500 еще пока есть. Разные цены в зависимости от вида, от этажности. Есть с выходом на бассейн на первом этаже. Вот они подороже. Но мы помогаем разобраться, какой именно вам нужен, для каких целей этаж, в бюджет вписываем. Так что тоже в этом плане можем помочь. А вот эти панельки сейчас многие используют, очень такой актуальный дизайн. Мы в Highland Park
На дорогих виллах вот ровно такие же обои, такие же панельки использованы, похож очень дизайн. Я думаю, что это одно и то же дизайнерское агентство делало. Но мне очень нравится, что здесь до сети сдают не белые побеленные стены, а вот как есть. Очень здорово. Даже эти вставки. И здесь шоурум 65-метровая как раз квартиры. Два бедрум. Она просторная. Балкон большой. Достаточно. Причем здесь не надо занимать балкон стиральной машиной, как обычно в Таиланде это частенько бывает, так как она уже есть для нее место. И здесь хорошая мастер-бедрум, такая спальня большая, где можно ходить. Также есть еще один санузел и небольшая спальня. Каждая со своим телеком, кроватью, шкафчиком, зеркальцем. Все-все-все. Все, миссия полностью выполнена. Сейчас поедем только контракт заключать в Копакабану. Очень многие любят инвестировать именно в Копакабану, потому что, ну, на аренду, на дальнейшую перспективу, это кондики такие очень суперсовременные. А Дусит, вот Пристин Парк 3, я бы сказала, он такой для тех, кто в долгую собирается жить. Это уютно, не очень дорого. Это можно купить большие квадраты, то есть двушку по цене однушки в Копакабане, например. Ну, то есть для себя, для жизни, для последующей перепродажи, опять-таки, таким же людям, которые собираются жить. Либо в долгосрочную аренду. И долгосрочная аренда здесь очень удобно, что занимается управляющая компания. Можно удаленно купить, в общем-то, квартиру. И в дальнейшем удаленно ее сдавать через управляющую компанию. Это очень удобно. Удобно? Да, я тестирую рабочее место. Кажется, он не подключен, мне надо его тестировать. Не-не, я не в этом плане. Я в плане, ну, насколько здесь удобно вообще находиться. Довольно-таки уютно. Да. Все, благодарю вас за внимание, что были с нами. Какие-то вопросы возникают, ищите в описании мой номер телефона. Там консультация, подбор контрактов по недвижимости. В общем, все номера телефонов, которые указаны под этим видео, относятся так или иначе ко мне, либо к Григорию, который также в уютном таком кабинете на них отвечает. Да? Да-да. Ответим. Пока-пока. До новых встреч.